Привлечение внимания общества к вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения безопасности природных ресурсов. Вот причины, по которым 2017 станет годом экологии. А это значит сотни, если не тысячи акций, соревнований, конкурсов по всей России. Уже сейчас понятно, что Одинцовский район не останется в стороне. Если наверху дали добро обратить внимание на экологические проблемы всей нашей страны, то и мы как бы должны быть неравнодушными людьми и поучаствовать, и внести свою какую-то лепту. Сейчас общественники активно обсуждают возможность проведения фотоконкурса «Родная земля. Одинцовский край». Планируется, что в нем примут участие люди, которых объединит желание показать район таким, какой он есть на самом деле, то есть богатым на природные красоты. Поддержку конкурсантам окажут опытные художники. Они побывают на этом конкурсе, посмотрят, как надо делать. Они посмотрят, поучатся у вас. Кроме того, сейчас активно разрабатывается план проведения экологического туристического веломаршрута по особо охраняемым природным территориям. Общественники планируют собрать информацию о состоянии окружающей среды и разработать карту велотроп заповедников. Проехать и показать и красивые, да, которые у нас есть места, и, к сожалению, те места, которые у нас немножечко загублены, которые хотелось бы привести в должное состояние и обратить внимание людей. Сейчас детали экологических акций общественной палаты прорабатываются на совещаниях и круглых столах. Подробности в ближайшее время появятся на официальном сайте организации. Святослав Санков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».